исполнении вашего распоряжения, которое было дано на предыдущем аппаратном совещании, буквально в течение 2 дней было подготовлено письмо в Агентство по национальному регулированию энергетики, где нарушение законодательных норм НАРЭ дает Приморье указание подключить Элитекс к теплоэнергии. Мы объяснили мотивацию в своем письме, поблагодарили их за трогательную заботу и сообщили о том, что Приморье сама в рамках действующего законодательства будет определять свои политики и стратегии в этом вопросе, которые до сей поры имеют положительные сдвиги, потому что комиссия, которая работала вчера, о котором сейчас будет подробно информировать Татьяна Анатольевна, она дает нам надежды, что в ближайшем необозримом будущем с Элитексом, возможно, мы разойдемся. Я понял, спасибо. Ну, мы не будем забегать вперед. Комиссия должна сделать свои выводы, и потом на основании уже комиссии, которая была с министерством, мы будем принимать дальше меры. Да, потому что там есть уже шаги, о которых я не хочу говорить на камеры, которые уже могут окончательно поставить вопрос. Я понял вас, спасибо.